Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Тосмар. Нашел очень выгодный вариант. 2 плюс 1 по очень хорошей цене. Срочная продажа. 49 тысяч 500 евро, дорогие зрители. Находится на первом этаже по турецким меркам, второй этаж по российским меркам. Обставленная. Можно докупить. Сейчас быстренько покажу. Вот это наше здание. Здание где-то 8 лет. Шестиэтажный проект. У нас здесь открытая парковка. Снаружи есть. И также открытая парковка вниз, но парковка что-то запрещена. Там люди посадили цветы, вот всякие горшки внизу также. Но есть зона пикника. Вот такой вход. Вот это наша квартира. Также есть квартира на нижнем этаже. Так это как второй этаж. Лифт есть. Вот такая дверь. Такая дверь. На этаже две квартиры. Айдат тут 70 лет. Здесь вот такая прихожая. Начну я с этой комнаты. Это спальня. Здесь 110 квадратных метров брутто. Жилая площадь 98-100 квадратных метров. Такая спальня. Вид на дорожку. Закрываем занавеси, чтобы никто не видел. Шторы. Так, здесь продолжение коридора. У этой квартиры отдельная кухня. Вот такая отдельная кухня. Просто большой холодильник Samsung. Я думаю, что это очень выгодный вариант. Стиральная машинка уже постарела Samsung. Духовка какая-то. И же плита. Вот нужно просто обновить, но все работает пока что. Балкон вот такой. Квартира два балкона. Здесь они делают как кладовку. Вот это садик. Здесь зона пикника у нас. Вот. Расстояние от моего места до воды Средиземного моря максимум 1000 метров. Там показала 900, но я говорю максимум 1000 метров. Рядом находятся разные магазины. А101, Шок и тому подобное. Здесь у нас санузел. Один санузел. Такой вот проточный водонагреватель у нас стоит. Здесь хозяйская спальня. Не маленькая. За 49 500 махнупары ее сложно не находить. Это Тосмар, дорогие зрители. Близко к городу. Отсюда где-то 700 метров в сторону речки Дим расстояние. Пляж Тосмар тоже хороший такой. И вот у нас гостиная. Так как речка Дим втекает в этот пляж, это самый чистый пляж Алании. Там даже плавный вход в море. Скалы заканчиваются до отеля Гранд Каптан, до пирса. Потом 500 метров, 600 метров до речки Дим. Очень хороший пляж. Вот такая мебель тут мягкая. Вентилятор тоже работает. Ну, нужно аксессуары все поменять. Обойдется вам где-то расход здесь 1000-2000 евро. И вот такой просторный балкон. Вот, дорогие зрители, два балкона. Что еще нужно? Бюджетный вариант. Недорогая квартира. Хочу подвести итог. Дорогие зрители, квартира стоит 49 500 евро. Номер указан выше, также в описании. Звоните вам в WhatsApp, Telegram, Viber. Кого интересует недвижимость в Турции, а именно хотите купить квартиру в Алании или недорогую квартиру в Алании, обращайтесь, у меня есть любые варианты на ваш бюджет. Всем хочу сказать, что обращайтесь, помогу, чем смогу. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Тосмар. Я этот район очень люблю. Всем пока-пока.